Ну вот, с удовольствием хочу отметить, что на недавнем чемпионате рабочих профессий World Skills в Абу-Даби российская команда заняла первое место в зачете по баллам. Причем обращают на себя внимание даже не то, что наши ребята заняли первое место, а то, что мы присоединились к этому движению только в 2012 году. В 2013 году впервые приняли участие в этих соревнованиях по рабочим профессиям и заняли там последнее место, 41-е. А вот сейчас первое место. То есть динамика и темп качественных изменений, конечно, очень хорошие. Наряду с этим юниорская сборная победила в турнире Junior Skills, который впервые прошел на мировом уровне.